Так, сегодня мы продолжаем играть в Hitman Absolution. Будет весело. Я уже не помню, что было в последнем выпуске, вроде бы... На рынке было на китайском или что-то типа такого. Без детишек здесь так пусто. Жаль, что я не смогла отправиться с ними. Я все это время проходил эту игру только в стелс-режиме. Хочу ради интереса попробовать пройти ее просто как перестрелку, но в следующем выпуске не сегодня. Сегодня хочу пройти эту же в стелс. О, это ты! Я рада, что ты пришел. Виктория больна. Только что она была в порядке, и вдруг она еле дышит, а врачи не могут понять, что с ней такое. Ее ожерелье. Ожерелье? Ага, у священника переоделась. Застежка сломалась, но я починила. Оригинально. Только сейчас внимание обратил. О ней кто-нибудь спрашивал? Нет. Я должен спрятать Викторию. Какое самое безопасное место в здании? В подвале. В подвале. Спускайтесь быстро. Я приду туда с Викторией. Да, да, конечно. О, Господи, благослови. О. Пойдем. Спасибо. Ты вернулся, как обещал. Мне было так страшно. Я тут недавно читал и узнал, что 47-й типа клон. Я же вообще в истории Хитмана не разбираюсь. И, как я понял, там что-то в 40-х годах или что-то такое клона создали. Ну или создали что-то типа оригинала. Так, мы не туда идем, да? Был, короче, чувак, его типа клонировали. Это что, выстрелы? Не бойся. Я обещал Диане охранять тебя. Я знаю, что тебе довелось пережить. Больше никто не причинит тебе зла. Получается, там создавали клонов, и это самый удачный клон, который убил других клонов, вроде бы. Я точно не знаю, но так. То, что прочитал... Значит, мы сейчас в церкви, и еще в церкви будет перестрелка. Ну, это, конечно, зашибись. Это... Что это за шум? Кто-то в лифте. Тихо. Надо прятаться. Нет. Диану ищет это. Я управление это уже забыл даже. Помнишь тот прикол с изолентой? Такой вот он, Вейд. Парень любит жесть. Тащится. Наверное, поэтому его никто еще не поймал. А, да, точно, на Вейда же какого-то наемника наняли, чтобы убить, типа, нас. И, как я понимаю, еще захватить эту Диану, не знаю зачем. Она, да и компания, или... Круто, еще и лифт застрял. Трупы уже. Я пойду включу свет. Сестра Мэри уже ждет в подвале. Встретимся там, все вместе. Так, поднимемся, давай, прыгай. Старик, нельзя же так. Совсем краев нет. Что мы творим? Заканчиваем начатое. Пошли. Надо найти девушку. А, не убивают. Ну это вообще плохо. Они там совсем жестят. Если мы ее не найдем, Вейд нам жопу разорвет. Иди узнай, что у них там. Монашек поубивали. Да, мы тут все разносим. Пока нет.
Не волнуйся, я найду ее. Так, управление. Так, сесть. Стволы. Что тут еще было? Стрельба на скидку. А еще прятаться за укрытие. Что здесь у нас? Книга. Пойдемте вперед пока. Ух, там их много. А, вот на Б все наконец-то вспомнил. Девчонка. Так. Убивать. Кого-то пытают. Продолжай допрос. Пойди проверь, что за шум. Вот the fuck, не перевели. Сейчас по зубам определим. По выбитым. Игра чуть подлагивает. У меня просто программа фуновая работает. Рендерится, да. Другое прохождение. Так, что здесь у нас? Что это? Предохранитель. Правда, я видел и более странные вещи. А, хрен его знает. Упс. А, они там уже давно. Чувак не сопливый. Ненавижу, когда дети с едой играют. Пора завязывать. Ну это как будешь стоять или как? Отлично. Да, нас даже и не слышно. Так, ух, там на карте пипец много впереди. Контрольная точка. Хорошо, если меня засекут, я начну с этого момента. Хочу стелсы. Что это? Погремушка. Отлично. Так, нам предохранители нужны. Вон еще один. Я не педик. Так что шевелитесь, иначе жопа всем будет. Быстрее валить отсюда, их тут очень много. Нож. Давай, быстрее. Сама беспалевность. Так, где тут? Он что, в соседней комнате, что ли, был? Да блин, вы издеваетесь. Ну, давай, соберись. Если мы не найдем девку, нам жопа. Извини, ты что-то сказал? Я сказал, нам жопа. Блин, а? Ух, дерьмо. Что за фигня? Хватай! Стреляй в него! Что-то стелс не получился, ладно. Не хочу начинать с контрольной точки. Придется всех перестрелять. Господи, покормим его дерьмо.
патроны закончились. Так, я же не помню, как тут. Как перезаряжаться-то? А вот все. Давай, давай. Патроны заканчиваются, блин. Сейчас все деньги свои. Ну я не хочу начать с контрольной точки, просто. Уж как повезло. Да ё-моё, подлагивает игра. Сейчас надо программу закрыть. Это невозможно. О, еще и подмога прибыла. Да ты что, живой еще? Я ж тебе прострелился. Хедшот. Да. Надо экономить. Давай, все не держай. Так, сейчас на паузу поставлю, отключу программу. Так, хорошо, продолжаю. Поменялось что-нибудь? Да, поменялось. Да что? Блин, все мимо, не увидел просто прицел. Короче, надо валить пока отсюда. Как бежать-то? Бежим! А вот хрен тебе! Валим. Так, я не представляю, как тут жизни смотрится. Так, можно спрятаться куда-нибудь. Так, меня видели все равно, но ладно, попробуем, может, прокатит. Он еще тут. Я его не вижу, но он точно тут. Черт, куда он делся? Так, их там очень охота. Ну хорошо, хотя бы патронов всего 6 штук в револьвере. А то нам не отстреляться просто банально. Ну глупо, глупо так попался. Не увидел просто на карте, что. О, нет. Да, что у тебя уйдите. Может все-таки перестрелять, нет? 1-2 тут в комнате. Еще там 2. Там 1. Еще на втором этаже. По карте их очень много тут. Так, надо подумать. Подумать нам. Мы все эти пробежали. Ну ладно, давайте опять прорвемся. Если они не уйдут сейчас. Входят. Аккуратно и тихо. Разуйте глаза, а? Чего так неохотно? Здесь никого нет.
Так, маскировка, отлично, так. Прикинемся своим. Так, теперь можно спокойно пойти и забрать все, что нам надо. Так, где этот предохранитель? Так, еще два нужно. У меня ничего. Так, где что-то я? А, мы же вначале его не взяли, блин. Прошу прощения. На какую-то звезду похож. Да, на только что, как на ту, его? Которая сейчас вас всех стрелял. Неужели его не узнает, потому что надел костюм? Что-то тут не так. Можно ствол не подобрать. Скажи, что ты его нашел. Нет. Тут пусто. Так, нам нужен еще один предохранитель, и он там пока. Какая-то рожа знакомая. А, инстинкт исчезает. Чува, иди гуляй, если жизнь дорога. Слышь, иди давай. Так, отлично. И еще два прям сразу. Пойдемте так. Надо еще одну штуку взять. Или здесь выхода нету? Да должен быть. Да, вот, отлично. Вертушителя нету. Так. Ну хоть не раскрыл свой вид. Этот чувак прямо здесь на передатчиком так уходит. Так, где-то здесь передатчик. А где он еще? Не вижу его. Ага, вот он. Так, куда нам теперь? Ага, вот, отлично. Перезаряди. Так, давай. Отлично, так, теперь... А, еще включить. Так. Ну вот, все, питание есть. Сам дойдет. А это Вейк, это... Дерей, девчонка, дерей, Вейк! Я тут не для мебели вообще-то! Хромой. Папенькин сынок! О, блин, ты этой крошечной шнягой весь день тут уже размахиваешь? Заткнись, Вейк! О, ты решил, что ты крутой, Ленни? М? Крутой, да? Прекрати! Ну как же, чувак, ты крутой? Давай, как он на один давай, крутой, издевается. Парень. Давай, чувак! Блин. Ладно, я тебе покажу. Да ладно, он его убьет. Заткнись, сука! Оу! Или я сейчас грохну тебя нафиг! Эй, шухер все! Хромой хрен Ленни разбушевался! Прочь с дороги! Знаешь что, Вей? Просто... А, блин! О, он ее еще и убил. Еще и случайно. У меня кровь на руках! Все это видели? Шлюшка лопнула, как чертов арбуз! Ха-ха-ха-ха-ха!
Ха-ха-ха-ха! Ленни! Ха! В общем, слушай сюда. Сейчас взрослые здесь все приведут в порядок. М-м. А ты смотри. Молодец, Ленни. Молодец. Да, они тут все покойники. Так, теперь шанс есть по-тихому, или... Пошли бы, детка. Теперь что? Пойдем. В голову и... Давай в голову. Так, куда нам надо-то вернуть эту девчонку? Что за фигня там, Бейн, Вань? Мы тут как бы родные руки для копов. Это из-за Лейсова. Помнишь того, который был в терминусе? Тут все поговаривают, вот там. Хотя ладно, наверняка вранье. В общем... Это из-за него Уэйд так взъелся. Светит вышка из-за того, что этот псих сводит счеты. Да тише ты, господи. А если этот долбанутый услышит, заткнись и делай то, за что тебе платят. Боятся они Хитмана, я смотрю. 47-го. Нам надо устранить этого Уэйда. В принципе, я могу даже и не париться, а просто так пройти. А они даже все равно не видят. Ну вот, заметил. Я же забыл, я же один из них. Так. Ну что, пора с тобой кончать. Блин, даже не знаю. Не, пожалуйста, стрелять сейчас доставлю. Гервалерий, 6 патронов. Ага. Выкурить меня? Так, как тут? Выйдем. Приветик! Чего молчим, лысый? Подобраться ко мне хочешь? Облом, это мало кому удавалось. Легендарный гиль! А мне удалось! О, да, поджали. Ха-ха-ха. Хватит рыпаться, мелкая стучка! Йоу, Бейк! Кто теперь хромой хрен, а, псор? Давай, посмейся надо мной, я тебя научил кое-чему, чтоб ты сдох, медленно, да и ладно, кошек, мог гребаный бы... ублюдок. А ты, лысый, не двигайся, блин, а то я башку тебе прострелю нахрен, вот так вот. Вот что бывает, Бейт, когда лени трахают мозг. Никогда не трахай мозги лени. Ключи, что еще? Южная Дакота. Далеко тебя занесло. Ну все, это конец уже, понимаю, этой части. Блин, у меня стояк. Почему у меня стояк? А интересно, мы его просто позастрелили. Было бы что-нибудь по-другому, другая заставка или как?
и все, конец. Да. Что-то повышает скорость стрельбы из двух пистолетов. Повышает маскировку силы инстинкта. Все. Все равно 40. Сколько там? 20. 20 тысяч. 44550 вообще получилось. Ну даже неплохо, при том, что я потратил лишнее убийство минус 400, убил. Ой, минус 4000, убил 16. Трех обезвредил. Один раз засек. Ну ладно, неплохо, тогда в следующий раз пройдем дальше, посмотрим, что там будет в Северной Дакоте. Всем пока, подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Всем удачи и смотрите нас почаще. Let's get ready to rumble!